Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и сегодня со мной Фрэш. Чё, кого, бро? Короче, во-первых, я... Можно начну, знаешь, с чего? Во-первых, нет, ладно, объясню сначала правила. Значит, вы помните ту серию, она вам зашла, нам пиздец как зашла. Короче, это сейчас будет, я уже представляю шоу, ребят, так что готовьте лайкусики, потому что это будет жестко. Сегодня Макс будет пытаться... Короче, смотри, я тебе еще не говорил. Сегодня на кону 2 миллиона вирт. 4 призовых места по 500 тысяч. И все зависит от того, насколько... Так, если ты меня сможешь за 15 минут сориентировать, то я оставляю бабки у себя. Если не сможешь, я их разыгрываю. Окей, буду, пацаны... Не-не-не, ну ты должен в пределах это, да-да-да-да-да, в пределах разумного. Вот, короче, сейчас я буду. Чтобы участвовать, друзья, сразу скажу, нужно поставить лайк, быть подписанным на мой канал, можете заодно и на Фрэш подписаться, между прочим, да. Вот, и самое, сделать репост этого видоса из моей группы ВК. Ты где? Я сзади. В смысле сзади? Ну, вон бегу. Понял. Сделать репост на страницу себе этого видоса, значит, из моей группы ВК. Короче, ребят, рассказываю фишку. Я открыл вообще-то. Да, ну. В этот раз мы поступили более мудро. Сейчас. А, нет, подожди. Нет, я же скрин не буду сейчас прицеплять. Сейчас да, будет, да, это будет глупо. Короче. Потом, в конце где-нибудь. Да, да, да. Все. Макс сейчас только что ездил, я его ждал. Он мне не говорил. Естественно, это в его и в наших, и в моих, во всех интересах. Ну, да. Он спрятал велик. Специально сделал скрин или фотку там на телефон. Ну, фотку на телефон. Да, я в конце вам ее покажу, там будет видно же, да, туда и все такое. Да, что-то. Да, да. Вот. И, короче, в принципе. Подожди, да. А то есть мы сейчас начнем отсюда, я даже не знаю, город? А, нет, дату там не видно. Ну, блин, ну, ребят, ну, поверьте, уж нам это, мы же не фигнёй тут занимаемся. Это. Ну, короче, это не так я важно. Думаю, там будет видно, просто велик-то исчезает, вот в чем фишка. Да. Короче, ну чё, ты, как мы поступим-то, я город даже не знаю. Мы начинаем отсюда, потому что... Лос-Сантос, давайте сразу скажу, Лос-Сантос. Понял. Все. Просто Фрэш умер специально, чтобы появиться на спауне, я его забрал. Ну чё, смотри, я не знаю, откуда таймер-то включается? С Лос-Сантоса уже, наверное? Да, давай с Лос-Сантоса, с Лос-Сантоса. А, то есть ты, значит, готов делать так, чтобы я сегодня точно бомбил, да, до последнего? Не, ну там прям такая нычка, прям хрен найдешь, я тебе серьезно говорю. Ребят, я вот реально, я вот прям рекомендую, если вы не смотрели серию прошлую, когда мы, когда просто мы тестово, я попросил Макса сделать подобное, это пиздец был. Вот ну, чисто вот, когда Санёк приедет в Лос-Антос, вот начинайте запоминать тайм-коды и писать их в комментариях, потому что... это какая-то бомбить... подсказка, походу. Наверное, на въезде, да, там где-то бросил? Не-не-не, я имею в виду то, что ты начнешь с Лос-Антоса отчёт, а то, что ты будешь бомбить, чтобы тебе писали тайм-коды, потом пересматривать. Да это жестко будет сейчас. Я сегодня в хорошем настроении, тебе сразу скажу. Я предлагаю, да, сразу написать этот тайм-код, а потом все остальные, когда я буду... Да-да-да. Не, я думаю, что ты хороший мальчик. Кстати, ребят, вот еще, вот раз уж мы тут с Максом сейчас собрались, хочу Максу прям пожать руку дистанционно во второй раз и попросить вас одну просьбу. Вот реально, не поленитесь, зайдите к нему на канал и поставьте, там, не знаю, 1, 2, 3 видосика, последний лайк, потому что Макс меня спас. Дело в том, что мы недавно, если вы подписаны на мой инстаграм, снимали с Кирюхой Варпачем. Этот, вы увидите потом, это будет автовлог. И Макс мне одолжил свою камеру, потому что моя разрядилась и очень помог, да, короче, завершить автовлог. Поэтому, ребят, вот, ну реально, это будет благодарность прям. И подпишитесь на Макса, вот прям. А ты можешь хотя бы один раз оплатить и проехать нормально? А у меня нету визы, я безвизовый чувак. Ты сиди. Нет, ты не сиди, под машину. А, кстати, я с мылом в руках. Тебя не пугает это? У меня веревка в штанах. О-о-о, это хорошо. Ты, может, добежишь, потому что тачка-то не телепортнется? А, блин, купил бы ты себе визу, а. Ну, блин, чисто извини, брат, дела там, такие. Там, это же 222 у тебя, да, до сих пор стоит моделька? Нет, это у меня Bugatti Veyron, малыш. Нихера, тут все серьезно, тут уже. Ты врешь, это Infernus. Нет, серьезно, Bugatti Veyron. Да ты врешь, это Infernus, я тебе серьезно номера говорю. Номера здесь, КН666, ай. Да, я их тоже вижу. Короче, я предлагаю начинать, 15 минут, все как-никак. Так, значит, сейчас, друзья, на ваших экранах также появится таймер. Ну что, я засекаю время. Значит, раз, два, три, поехали. Ну, говори. Ну, блин, Аляска прямо здесь. Я, заебись, классно, бля, подсказал. А Лос-Антос-то большой так-то, если что. Ну да, я знаю. Так, ну хорошо. А я могу сейчас примерно сказать, какая территория, северная, южная или восточная? Ну давай, да, с этого хотя бы начнем. Время-то идет, тикает, малыш, ты понимаешь, ты меня подводишь. Ты сейчас, я понимаю, ты как бы два мульта-то на дороге не валяются. Но это самое. Ты сейчас... Короче, а где север, где юг? Блять, юг снизу, север сверху. Северная часть более-менее. Северная часть и чуть-чуть... А с правой стороны там что у нас? А хуй знает. Там тепло, блядь.
Сейчас я это посмотрю. Этот восток слева, запад справа. Не, подожди, наоборот, восток справа, запад слева. Вот. Это точно. Можешь не смотреть, да. Восток справа. Знаешь, как я это смотрю? Я представляю карту, и Дальний Восток, там Владивосток, и это справа по карте. Северо-восток. О, так, северо-восток. Значит, это где-то. Ну ты хитрый. Серьезно. Время прошло минуту ровно, кстати. Еще столько же раз, как 14. Точнее, 14 поступил. Логично. Ну, я капитан очевидность, блять, ты прикинь, капитан очевидность сейчас бы 2018 вспоминать. Да. Зашкварился, пацан. Ололо, трололо. Да-да-да-да-да, упячка, это все дела. Короче, это самое. Не, я пока не бомблю, потому что я уверен почему-то, что я на. А подожди, а как я буду его находить, если я его не вижу? Ну вот, все. Я-то помню, где он. Так, ну ты так, конечно, а может быть, кстати, он и остался на самом деле. А может быть. Так, я думаю, смотри, вот судя твоей логики. А, подожди, ребят, короче, рассказываю одну пасхалочку. А, Фрэш, когда я, короче, это спросил, говорю, где ты, он говорит, я у Балосов, и похихикал. То ли он спалился, то ли он реально, типа, меня запутал. Ну-ка, дайте посмотрим. Не, тогда был не у Балосов, я тогда был на пирсе. Я просто сказал тебе, чтобы ты отстал. Слушай, у меня есть, конечно... Слевая РС-ка. Что, блядь? Ну, на карте РС. А, это БС. Ну ладно, блин. Бля, я испугался. Подождите, время-то идет. Не, вот у меня есть предположение. Значит, я слышал, как Фрэш стонал. Я понял. Красава, Санёк. Вы меня, красава, мужик, вообще по-братски. Я так серьезно сейчас сказал. Не, слышал, как ты стонал, кряхтел и пытался спрятать мотик. Ой, в смысле, велик. И запомни, я сказал, что я его чуть не утопил. Поэтому я здесь. Так, ну-ка скажи-ка, насколько в твоем сердце горячо сейчас? Ныряй, проверь. В смысле? Пип, 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 пип. Может быть, я там же заныкал, где я тогда был. А я, подожди, а где? А, ну, кстати, возможно. Настрой. Ты сейчас это машина ныряет, что-то. Так ты реально сейчас серьезно про воду или шутишь? Время идет! Возможно, 50 на 50. В смысле? Да не спрятал ты это быстро. Хотя, блядь, в прошлый раз про стройку такая же хуйня была, между прочим. Я тоже за... Подожди, нет, иди в жопу, короче, я пошел сплаваю. Пацаны, иди бабки. Не, подожди, а если вот... Ты, тут... да ты бы уже сказал мне, он исчез. Да нет его там, да нет его там. Ты прикалываешься? Я в своем скине сейчас искупался, хотя я не умею плавать. Я скин деда, что ты врешь? У меня скин Булкина. Да. Я еще не дед вроде. Такое, блядь. О, короче. С Булкиным в Бугатте, вот это, пацаны. А вы чего добились, а? Я бы, кстати, поискал бы... А, подожди, так севера... Не, ну как раз, мне кажется, здесь, потому что ты так неуверенно сказал северо-запад. Ой, северо-восток, потому что, ну, не, типа... северо-восток. Блять, ну типа, хорошо, не утопил. Я слышал реально, как ты стонал. Ты пиздец стонал, я тебе отвечаю, братан. Да, ну ты прям сейчас кряхтел. Вообще, все. ГГ капсда минус. Не, ну ты давай хорошо по пикам хотя бы чуть-чуть меня про это... Направление давай. Печи. Ёбаный рот, в смысле? Ну вот, ищи. Нашел. Не, это спаун. Я понимаю, я шучу. Подожди, то есть ты сейчас... А. Ну я тебе запрещал, запоминай где. Ты опять на Вайнлу свой вонючий поехал, что ли? Ты как-то туда уже ягонял. Нет, подожди, ты пропищал, окей, ладно. Ну дальше-то и непонятно. Запомнил где, вот и все, ищи. А, так в смысле, ты уже место мне подсказал? Да, прям лютое, прям кобзда. Вот в этом полушарии, в кругу. В полушарии в этом. То есть я еще и так бы... Ага, ну ты по-любому... Блин, у тебя мозг-то присутствует. Да ладно, правда, что ли? Подожди, ты мог... Подожди, а ты про утопил сейчас серьезно? Я такого просто не слышал. Не, я говорил то, что я мог утопить. В этом полушарии. Ты меня по-любому сейчас вот стебешь. Ты где-нибудь спрятал у Мэри, но это будет не смешно, потому что 5 минут-то уже позади. Не, ты сказал, что надо по чесноку. Я тебе подсказал сейчас только что так точку, пропищав. И ты, в принципе, очень близко был, прям кобзда как близко. То есть, ладно, хорошо, дай мне такую подсказку. Мы сейчас за все это время проезжали вот реально близко-близко. Да. Хотя бы разок. Да. Прям близко, пиздец. Прям вообще кобздец. Так подожди, тогда я не понимаю прикол про воду, если честно. Да это и тогда был давно-давно. Подожди, ты еще там прыгал что-то. Ну-ка дай-ка я пролажу сюда, блядь. Ага, туда физически-то возможно попасть? Ну, человеку увидеть, запрыгнуть. Да, я запрыгивал. Ну, человеком прям. Да-да-да, именно человеком. Ну, блядь, такое, если честно. Что? Спасибо. Ты бессмертный. Спасибо. Ой, фу. Ты, да. Это, ты...
Ты не видишь, бля, нас сейчас убьют, слышь, подожди, погнали. У меня нож, я сейчас пырну. Не надо, не конфликт, не надо, блядь! Фрэш, сейчас все по пизде пойдет. Я ничего не сделал, я ничего не сделал. Ты его пизданул вообще, я даже слышал. Нет, я ничего не сделал. Короче, это не тут, да? Я так понимаю. В смысле? Я тебе только что здесь печал, может, надо пересмотреть. Я понимаю. Там, блин, рядом мы сейчас. Хорошо, куда ты мог запрыгнуть, я не понимаю. А, стоп! Блять, вот я ненавижу тебя, хотел сказать, но на самом деле нет, я люблю тебя. Это самое. Я вот увидел лестницу, и она мне не дает теперь покоя. Не ты, блин. Нет, ты мог туда запрыгнуть. Тем более ты сказал, ты. Я тебе скажу так, я этого места вообще здесь не видел. Сюда можно было запрыгнуть. А нахуя я тогда сюда забрался? Ну просто сам время тянешь, я не виноват же. 6 минут. Да в смысле, ты пищал в этом месте, ты еще прыгал, я слышал отчетливо, ты еще такой, типа, как запрыгнуть, че он не запрыгивает? Да, не спорю, прыгал. Блять, ты пищал? Хорошо, давай, нет, стоп. Свой бибикал и... А-а-а! Стоп, я догадался. Где? Ты оставил его вот здесь сверху, на где поезд останавливается. Сверху запрыгнул на поезд, а потом туда. Да ты гений! Но нет, не здесь. Да в смысле, ты прикалываешься, что ли? Серьезно, нет? Не тут. Блять, ты тут только что верещал, как поросенок. Пищал. Сам ты поросенок. Я любя. Да в смысле, вот, мы ехали. Хорошо, давай пищалку свою врубай. 7 минут. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи! Ты сейчас серьезно? Вот, все. Да. В смысле? Ну в прямом. Все, я тебе пропищал. Какая нахуй вода? Здесь где-то, блядь? Да нет, вода, когда я ехал, да не тут. Вода была, когда ты ехал. Так, что, сдаешься? Да, конечно, еще сейчас досрочно. Досрочно сейчас я тебе дам, досрочно. Ну хорошо, так как я вот, хорошо, допустим, на балкончике на таком. Значит, здесь где-то. Ищи. Нихуя себе. Меня погоди, я должен видеть. Не, а как ты мне скажешь, что все, тут? Я скажу, я на честность, короче, играем, я тебе реально скажу. Да ты и по фотке потом увидишь, когда я тебе пришлю. Ну понятно, что увидишь, спасибо, у меня глаза есть. Да, блядь, да? А я пытаюсь сюда... Хорошо, давай я буду показывать, чтобы не добирать. Вот тот балкон, нет? Какой? Ну, соседний вот. Где, в какой стороне? Ну, вот куда я смотрю. Вот эта зеленая дверь? Вот эта зеленая, да? Да. Нет. Блять, ну что ты так долго тянешь-то? Специально? Я не тяну, да нет. В смысле, куда ты тут мог запрятать? Он по-любому еще здесь... Кстати, подожди, на карте не отмечается велик? Я забыл ее выключить. Нет, он исчезает. Он точно исчез, да? Вот да, здесь может быть? Подожди, это то же самое, что ли? Вот здесь где-то на крышах, на... Ну как? Ну в смысле? Здесь где-то? Я тут. Где тут? Сверху. В самом верху? Нет, да. На крыше, вот тут я. Здесь где-то, скажи уже точно. Я тебя не вижу. Вот, да вот я, ёбаный рот. Где? Да вот, блядь, стою сверху. Правее. А, все, вижу, нет, не там. Ну и вот не эта крыша, да? Не совсем. Нет. Блять, я боюсь, знаешь чего? Только одного, что вот это пи-пи-пи-пи-пи твое означает, что на самом деле на Groove Street стоит. Нет, ты че, нет, так далеко это было пи-пи-пи. Нет, пи-пи. Ладно, давай подсказку такую. Мне кажется, уже пора, 9 минут все-таки. На машине туда можно попасть туда на машине? Нет. Значит, это крыша. Наверное. Блять, ну машина нам не нужна, потому что ты кричал здесь. Блять. Че, сколько ты там времени? Может, еще попищишь? 9:11. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Хорошо, давай вот так. Туда бегу. Пи-пи-пи-пи, везде быстро пикает. Да в смысле везде быстро? В какое направление двигаться? Ну вот. В любое, везде. Давай, хорошо. Смотри, давай. Я так спрошу. Вот смотри, 4 стороны, да? Вот, то есть 1, 2, 3, 4. И ты мне скажешь, если. Короче, блять, смотри, я иду в одну сторону, да, выбираю. No. Ты, ну, пищишь, если в ту, и также в другую. Если я не угадал эти стороны, значит, у меня остается еще 2 варианта. Так пойдет? Я не понял, ну ладно. Короче, смотри, я иду в одну сторону, ты пищишь реально в ту или не в ту, понял? А, ну окей. И второй раз так же. Я в итоге... И быстро пищать, да? Ну, если это в той стороне, то да. Да, окей, давай. Значит, смотри, я выбираю, давай, вот эту сторону. Понял? Так, и вот эту. Пи-п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 и-
Интересная хуйня. Так, куда ты подрапал, а? Пяточки сверкают. Потому что где-то, блядь, этот округ, я его запомню на всю жизнь, братан. Так, подожди, ну я не знаю, ну лестница, на лестницу точно нельзя запрыгивать на такую. Так, может быть, вот это, вот ты, если, допустим, представишь, что ты здесь... Вот это? Здесь это?
Нет. А, на машине, ты же сказал, не попасть. Блять! Вот это крыша! Ни хера, что можно было... Ни хера! Нормально дотянулся? Это? Какая? Ну, нет. Какая именно? Вот, на которой я стою. Нет. Вот это. Я не буду на нее прыгать. Ну, хорошо. Уже там прям very hot. Так, хорошо. Туда. Теперь я должен угадать угол? Да, давай, давай. Не, серьезно? Да, давай. Блять, я походу выиграл 11 минут. Я думаю, что ты спрятал его вот здесь. Да. Реально? Да. Вот этот он, угол прям. Вот он именно вот здесь вот так вот стоял. Бля. Вот это было хорошо. Это было хорошо. Это, подожди, как там тебе руку-то пожать, блядь? Я забыл. Подожди, стой. Блять. Ёбаный рот, сейчас, подожди, я блять, какая кнопка, я забыл. Прикинь, забыл, блядь. Не могу сейчас, сука, руку пожать. Ой. Ну такое. Ну чё, пацаны, 11 минут, заебись. Да, такое. Но это было, знаешь, это было менее напряжённо, я считаю, потому да. Что ты меня, в принципе, как-то я угадал место примерно. Ай, блядь. Да, ну я потому что тебе сразу дал подсказку северо-запад. Прям да, это надо, короче, ребят, вы можете это, дорабатывать рубрику, придумывайте, как нам подсказывать друг другу. Блин, а как я вообще, смотри, я, короче, получается... Не, подожди, а как тут ты попадал, вот ты удивился, что я допрыгнул, а как можно было еще попасть на эту крышу? Я на велике допрыгивал. Нет, ты сказал, пешком можно туда попасть. А, и пешком с крыши на крышу. Так с какой? С этой вот с коричневой, с которым прыгали. Так ты удивился, типа, специально, что, типа, на нее можно да, попрыгнуть? Да, да. Говнюк маленький, а? Блин, а я не знаю, я что-то прыгнул, а потом думаю, блин, типа, туда, может быть, и не допрыгнуть, но потом думаю, блин, такая крыша, типа, тебя точно бы привлекла. А на велике ты так же, да, запрыгивал? Да, спокойно, с коричневой крышей и на эту. Блин, ну ты жесткие места выбираешь. А как я угол угадаю? Сколько здесь углов, простите? Да хера. Подожди, давай, раз, два, ну, типа, три, ладно, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Я понял. Просто это самый дальний угол, он самый не палящийся, если приходить. Ну вот я почему-то так и подумал, да. Я ну, что, да. Типа, прошел и оттуда, если запрыгивать, я понял, что здесь только одно место, откуда можно, в принципе, запрыгнуть, скорее всего. Это, мне кажется, сейчас сдохну, если спрыгнул отсюда. Ты меня поймаешь? Пол хп там тратится. Ты где сейчас прыгать будешь? Того угла? Я пытаюсь. Ты видишь, заходил? Нет, я тебя не вижу вообще. В смысле? А! Ага, ничего не потратил, не хочешь? Ты где? Я же сказал, что там потратишь. Я вообще на дороге. Я на Бугатте. Почти. Я тут упал и ничего не потратил. Ясно. Короче, ребят, спасибо за просмотр. Ну, блин, не, ладно, признаемся, я лично считаю, что ну прям не идеал получился, да? Так, ну, прям да. Быстренько как-то. Да я машину хочу сбить. Это Бугатти, Верон. Бугатти для нищеброда. О, так значит, да? Короче, да. Ребят, мы повторим обязательно. Вот, как бы, если у вас есть идеи, как доработать это все, чтобы это было максимально круто и экшеново, может быть, какие-то фрешу, подсказки для подсказок, что подсказки? Подсказки для подсказок, ну, типа, чтобы, какие он может, типа, назвать подсказки, или какие вопросы можно задавать, что-нибудь такое, типа, лимит по времени, может быть, так что будем вам благодарны, спасибо еще раз. Давай, драка сквозь стену. Блять! Ебать, я откинулся просто жестко. А че у тебя хп пополнилось, или в смысле? В смысле пополнилось, у меня на нуле. Не надо только бить меня, я умру. У тебя полное хп. Че? У меня полное хп. Посмотри на мое лицо. Может скин тебя? А, тебе даже лица нет. Анда. А можно маску на голову одеть? Давай я тебе передам даже. Давай. Так, тебе какую? Есть черная борода, смотри, есть черный шлем SWAT, шлем патрульного, шапка новогодняя. Как у меня, помнишь, как у меня такая балаклава? А, такой у меня нет. У меня есть вот это. Можно? Ну, давай одень вот это. Кстати, с Новым годом. А как ее одеть? Сток или инв. Через слэш иди. И там потом выбираешь ее и... Круто, у меня чат не работает. А, во, все. Короче, ребят, я пока буду прощаться. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. Это было круто. Вот, значит, это. Увидимся скоро еще, да? Да. Я с мылом, ты с ножом. Нормально? Да, нормально. О, красавчик мужчина. Все, ребят, до новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Всем пока.